Ну и Андрей Ермоленко вместо Снодгресса появляется в составе Вестхэма. То есть вся атакующая тройка сменилась. Сейчас Лукас Перес с одного фланга, Ермоленко с другого. А в центре работает Хавьер Эрнандес. Чуть припоздал Ермоленко. Ермоленко великолепно обработал мяч. По-моему, в офсайд все-таки, да, это передача. Все демократично достаточно судит арбитр. Барбуэна. Ну, пусть притирается. Какой рывок. Как летит Филипп Андерсон. Набирает он скорость перед ним. Перед ним один игрок, но свой же догоняет. Ермоленко пас. Идет влево. Передача. Нет. А на уровне бедра. Да на полтора метра вперед. Что прибытку с этой передачи. Ну, какой Филипп Андерсон, а? Восхищение, а не игрок. Тут выпиливать нужно. Восхитительный рывок, восхитительная работа с мячом, видение поля. Практически не сбрасывал скотти. Грани Джака. Очень хорошо Леказет вошел в игру, согласитесь. Ну, как бы и гол он сделал, что... Очень здорово обострил. Фредерикс. Тогда играться могут. Бальбуэна. Леказет. И на перехвате. Только что отдыхал. Арсенал их было больше. Все это вы ожидали, оно так и было. Но с другой стороны, вот сказать, что Арсенал, ведь пока что он близок к волевой победе, переломил сначала себя, потом... И ничего еще пока не ясно в этом матче. Фредерикс. Ермоленко. А ты бы отбросил лучше, показывает, да, летит своей штрафной. 89-я прошла, 90-е проросли. Ермоленко. Тяжелый. Ладно, Джек Уилшер тащит вперед свою новую команду. Хотя на самом деле, если Филипп Андерсон тащит вперед. Фредерикс. Подача! Зависает Чичарита, но не удается ему. А мяч, дразнясь, подмигивая игрокам Вест Хэма. Ну что же вы, ребята. Вот он я. Меня, как Челентано в фильме «Блеф». Проходит по ниточке. И счет на табло остается 2-1 в пользу Арсенала. Ну а пока Санчес, Фредерикс, три игрока уже там. В принципе, можно пытаться в штрафную отправлять, да. Уилшер. И очередное забегание Эктора Беллерина. Как хорошо, когда есть этот малый, когда он сбегает и все решит. Уэлбек! 3-1! Команды Эктор Беллерин, на мой взгляд, лучший игрок Арсенала в сегодняшнем поединке.
Ну, а West Ham United остается одной из команд, которых 0 очков. И последняя минута, которая не спасет уже гостей от поражения. Помню, да, какую-то хорошую комбинацию. Напомню, что сегодня West Ham первым забил. Это сделал Марк Арнаутович. Еще в первом тайме начал Монреаль счет сравнял. Очень долго победным голом был автогол Йопа, центрального защитника West Ham. Но в конце Дани Уэлбек, по сути, в пустые ворота уже насыщен. И прощаться придется сразу. А тем временем удар по воротам, Санчес. Ермоленко. Все. Свистит арбитр. Арсенал одерживает первую победу в чемпионате Англии нынешнего сезона.